Здравствуйте, вы смотрите программу «Моя планета», с вами Мария Шматкова. 30 лет исполняется театру-студии детской песни «Ладушки», и сегодня мы встречаемся с юными артистами. До концерта остаются считанные минуты. Динар, какими были для вас эти 30 лет? И легкими, и сложными, и многогранными, а самое главное, яркими, творческими. Сегодня, конечно, не все артисты с нами. Это лишь малая часть вашей огромной и дружной семьи. Ведь действительно, «Ладушки» — это не просто бренд, это не просто имя, это действительно семья. Это семья. Это семья, это действительно так, потому что у нас даже корень, мы с тобой всегда говорили про это, лад. Семья ладит со всем, с музыкой и между собой. В чем уникальность этого концерта, в чем уникальность именно этого юбилея? Помним, 5 лет назад мы тоже встречались и тоже рассказывали о ваших успехах, достижениях, показывали то, чему вы тогда, на тот момент 25-летия, да, с чем подошли к 25-летию, сегодня 30. Прежде всего подошли с новыми песнями, с новым движением вперед, шагом в будущее, потому что песни авторские и очень разнообразные. Безумно разнообразная, палитра музыкальная просто огромная. А самое главное, что дети так накопили этот свой опыт за эти 5 лет, и хочется вот эту точку профессионализма ее ни в коем случае не поставить, а просто поставить огромный восклицательный знак. Лет назад вы задали очень высокую планку. Удалось не просто ее удержать, а удалось ли перешагнуть и вырасти? Я думаю, однозначно. Однозначно. Это даже, Маша, это выросли настолько. Вот они, наши мэтры, стоят рядом. Я даже уже, наверное, стесняюсь даже в каком-то, теряюсь. Выросли однозначно. Александрина, сколько лет ты с «Ладушками»? И чего бы хотелось тебе пожелать твоей второй семье? Я в «Ладушки» пришла за год до 25-летия «Ладушкам». И для меня это очень престижно. И я горжусь тем, что я нахожусь уже в «Ладушках» больше 5 лет. И мне кажется, что это большой опыт для меня, для того, что мне нравится делать, и я буду дальше продолжать это делать. И «Ладушкам» бы хотелось пожелать больше талантливых детей, успеха во всем в творчестве. Также хотелось пожелать бы новых знакомств с прекрасными композиторами, также с аранжировщиками. И хотелось бы пожелать больше концертов в нашей необъятной стране. Леш, какая твоя самая любимая песня? На самом деле это очень тяжелый вопрос, так как в «Ладушках» все песни очень хорошие, и мне кажется, они все любимые. Леш, ты достаточно уверенно держишься на сцене, это видно невооруженным взглядом, а вот что стоит за всем этим? Сколько тебе потребовалось лет, часов, месяцев, чтобы настолько ужиться со сцены, не бояться ничего, выходить и дарить людям свое творчество? На самом деле это очень долгий такой процесс, потому что уже 11 лет я занимаюсь в «Ладушках», но мне кажется, надо идти только вперед и вперед. Нельзя останавливаться на достигнутом. Треть своей жизни ты с «Ладушками», треть жизни «Ладушек». Ты тоже в этом коллективе. Какими они были и какие «Ладушки» стали?
Что из себя сегодня представляет театр? «Ладушки» изменились только тем, что наша огромная, замечательная семья, она стала намного-намного больше. Динар, коллектив «Ладушек» огромный. Не сложно ли управляться со всей этой машиной, с таким количеством детей? Надо же, чтобы всем было интересно. Естественно, помимо новых песен, концертных выступлений, конечно же, выступаем и в различных конкурсах, фестивалях. Помимо вот этой вот глобальной, масштабной подготовки к 30-летию, мы еще и фестивали, и конкурсы, и везде были. И все концертные площадки, и Москвы, и Подмосковья были у нас за это время. Нагоняли. Маш, не гнушались никаких площадок, от маленьких до больших, потому что надо было, вот эта гонка, чем была хороша? Тем, что они были все время в состоянии такого марш-броска. Они были готовы ко всему. Вот это самое главное, мне кажется. Артист, он должен быть готов всегда и везде. Динар, получается, если любого вашего артиста в полночь разбудить и сказать «пой», он споет? Споет. И маленький, и большой. К юбилею вы подготовили не одну концертную программу, а целый гастрольный тур, куда отправитесь и где будет проходить ваше турне. Начинаем мы, конечно же, с нашего родного дома, культурно-спортивного центра «Мечта». Причем во всех трех концертах разная программа будет. Сегодня будет одна. 19 мая ДК «Успенская» будет другая программа. А 26 мая ДК «Захарова» будет третья программа. Как удалось сделать три разноплановых программы? Где взяли время, силы? Ведь дети учатся. А потому что они вдохновляют. Они вдохновляют, они говорят иногда, как правильно поступить, здесь правильно спеть, здесь такое движение сделать. Они нас начали уже учить за это время. А это значит, что мы в них действительно очень круто вложились за эти годы. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди. Но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимаю взгляд небеса. Позади, а впереди? Я думаю, что впереди много-много всего. И эти 5 лет, они действительно пролетели. Вот сейчас вот так вот подумаешь, тут и 35, а там может быть 40, а там может быть и 50. Мы не хотим останавливаться, мы идем только вперед. Мария, как началась твоя история? Как ты пришла в «Ладушки»? Моя история началась с того, что я пошла в «Ладушки», потому что была заинтересована пением, так как... Вначале в маленьком возрасте я занималась пением, потом как-то бросила, а потом решила заново все это начать. И вот я уже в «Ладушках» 3 года, и мне это очень нравится. Это просто мой дом, и я не представляю свою жизнь больше без этого. А чему ты научилась в «Ладушках»? Чему здесь вообще обучают? Что вы делаете? У меня такое ощущение, что вы только выступаете на сцене. Вот знаете... В «Ладушках» мы учимся увереннее себя чувствовать, прежде всего. Мы учимся петь, и это как маленькая
такое маленькое начало для жизни артиста. И когда, например, я пою на сцене, для меня это очень приятно. Я чувствую себя как-то очень уверенно, потому что я понимаю, что я обязательно свяжу свою жизнь с этим. То есть ты хочешь стать артисткой? Я мечтаю связать свою жизнь с музыкой и петь. Я думаю, что у тебя все получится, но, тем не менее, у меня еще один к тебе вопрос. Когда зритель приходит на ваши концерты, конечно, он видит, в первую очередь, отличную, красивую картинку, видит прекрасных детей, да, ваши песни. Но что за этим стоит? Вот сколько нужно репетировать, чтобы так блестяще выступать на сцене, Маша? Надо репетировать так, чтобы ты был уверен в том, что когда ты выходишь на сцену, ты смог это все сделать без единой запинки и задоринки, чтобы это все выглядело так красиво, чтобы артисту было приятно на тебя смотреть, и это ему приносило радость и счастье. Как только вдалеке увидишь ты волшебный свет, ты сказку поскорее в дом к себе впускай, ведь чуду в жизни место есть всегда. Об этом только ты не забывай. Заклеились сундук на засов, чудо не верится, день.
независимо от возраста, 3 года вашим воспитанникам или уже 18, все непрофессиональные артисты. Правильно, Динар? Работают, естественно, от мала до велика. Просто у каждого есть своя определенная программа. Для одного возраста одна программа, для концертного состава это другая программа. Но и даже выпускников наших все манит и манит. Видишь, они нам песни начали уже писать, не могут распрощаться с ладушками. И даже сегодня на нашем концерте мы ждем наших друзей, мы ждем наших выпускников, родных, близких, всех людей, которые были сопричастны за эти 30 лет с ладушками. Потому что, мне кажется, любовь к ладушкам, она уже у них навсегда. Вся команда телеканала «Одинцово» поздравляет «Ладушки» с 30-летием успехов, новых творческих достижений, побед, и будем продолжать дружить. Спасибо, а мы вас как любим. Спасибо огромное, что вы с нами столько лет. Всегда вы рядом, всегда вместе. Ура! Ура! Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все, как и у «Ладушек», обязательно получится. Пока! У-ху-ху! Woo!